Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вам хочу показать свою работу «Орел». Щит, вот «Орел». Я его делала год назад из папье-маше. Вот такой у меня «Орел» есть. Я думаю, вам интересно. Вот это я вам показывала свои цацки. Вот орел. Я его люблю. У меня амулет есть, вот вы видели. Орел. И вот я его сделала. Тут же есть у меня дракончик. Вот, дракон есть. Тут тоже девочку рисовала. Дракон у меня есть. Тоже из папье-маше. Ну, эта работа тоже была сделана 2 года назад. Там у него подсветка. Птички новогодние еще стоят. Не хочу убирать. Вот орла я люблю. Я душу в него вложила. Вот он у меня какой красавец. Боже мой, я этот нос лепила. То попугаем он у меня был, то еще кем-то. Вот пока я вот так вот его и слепила. В общем, получается, фанера выпилена, попросила соседей. Вот. И вот бумага, яичные лотки. Из яичных лотков вот такой вот у меня орел. Также сделан вот и дракон. Дракон, получается, вот эта чешуя из старой простыни. Уголочки клеила, клеила, боже мой, все нервы вымотала. Но все-таки я его сделала. Тоже интересно получился дракоша. Вот. Фэнтези как бы. Вот дракон. И дракон, и орел. Все. Спасибо за внимание.